мы поместили себя в пространство, где у нас нет возможности заниматься никакой суетой. Для меня текст силы – это нечто, открывающее доступ к моему стержню, потому что я не знал, какое. Какая-то концепция. Это концепция меня. Кто я на самом деле к себе, к этому месту, и что я такое для этих людей? Я обуза, я польза, я им служу. Вообще, в чем я лучший? Здесь нет никакой возможности врать. Это моя персональная мантра. Это сухой остаток, который во мне. Это очень такая личная, интимная точка, из которой я могу восстановиться как феникс из пепла. Вода, жизненная энергия, сок, зелень внутренняя. Ну и, конечно, цель – это выразить это знание сакрально о себе подлинном, о себе сущностном в тексте силы. Это суть. Это та суть, которую я несу здесь и с которой хочется соединиться. Для меня это путь соединиться вот с собой, с тем состоянием, в котором, не знаю, я максимально силен, максимально полезен.